Слов'янський район теж ушановував державний прапор. Біля будівлі адміністрації зібралися керівництво району та працівники відділів та управлінь. Підняти прапор над будівлею районної адміністрації доручили голові Христищанської сільської ради Олександру Кислиці. Молоде государство, многое еще, конечно, надо сделать в этой жизни. Построить, восстановить, наладить. Поэтому нас выбрал народ, поэтому мы будем к этому идти, стремиться, добиваться, потому что доверие оказано очень высокое, поэтому его надо оправдать. Цели есть, задачи поставлены, поэтому надо их реализовывать, идти к их осуществлению. Поэтому понятно, что тяжело, но тяжело всем, никто не говорил, что будет легко. Я 10 лет отдала пенсионному фонду, 11 лет уже работаю в райгосадминистрации руководителем парада. Как раз это и 20 лет. Вот. Поэтому очень много произошло. Подросли мои дети, у меня уже есть двое внуков, внук и внучка. Вот. Ну и как бы и итогом, вот вчера я была в области, мне вручили грамоту Головного управления Держслужбы Украины. Это настолько приятно все-таки, что был замечен мой труд, отмечен. И, ну, я считаю, что Украина у нас с будущим. Вот. Единственное, что мы должны любить свою профессию, любить народ, любить все происходящие, окружающие события, тогда у нас все получится. Все должно быть общим делом, и потом все будет прекрасно. А если будет каждый сам себе, ничего не будет. Только вместе мы должны построить будущее нашей страны. Я считаю, что, может, когда будут у наши уже внуки в таком возрасте, как мы, и тогда все получится у них. Я надеюсь на будущее страны. Хотелось, чтобы все получилось у нас. И народ жил лучше, конечно. Событий много произошло в это время. Какими бы были они, если бы не было независимости Украины, я не знаю. Я в принципе, оптимист и как бы надеюсь, что все-таки все будет когда-нибудь очень хорошо. И как бы на европейском уровне, возможно, мы идем как бы в сторону улучшения благосостояния как бы так всех людей. Хочется верить в лучшее. Мы стали более свободны, можем открыто выявлять свои взгляды, говорить об этом. За эти 20 лет я была ребенком, я стала взрослой, у меня теперь есть работа. Ну, отсоединяться, наверное, конечно, нужно было, поскольку мы независимое государство, проводим свою политику.